Сотрудники управления Роспотребнадзора по Нижегородской области напомнили нижегородцам простые правила выбора арбузов. Самый вкусный и сладкий арбуз можно отличить по сухой плодоножке, твердой блестящей корке и наличию желтого пятна на боку. Внутри он должен быть ярко-красным, без посторонних вкусов и слизи. Покупать его лучше на рынке либо в магазине. Стихийные торговые точки во дворах и вдоль автомобильных трасс специалисты рекомендуют обходить стороной. Подобные торговые точки закрывают десятками. В этом году нарушители пока не выявлены. Некачественную продукцию продукцию будут изымать и утилизировать. Продавцам и поставщикам грозит административная ответственность. Ну, в домашних условиях перед употреблением нужно обязательно тщательно вымыть бахчевые, как любую плодовощную продукцию. Употребление в пищу немытых овощей и фруктов опасно, возможно возникновение острых кишечных инфекций и паразитарных заболеваний. Обязательно нужно тщательно промыть инвентарь ножи перед нарезкой. И э, нарезанные бахчевые нужно хранить в холодильнике в условиях холода, потому что сладкая мякоть э, является благоприятной средой для размножения микроорганизмов.